Яркие постановки, концертные номера, неподдельные эмоции и напутственные слова прозвучали на торжестве юности в Черкесске. Общегородской выпускной бал для 570 ребят состоялся. Зарядилась энергией позитива и Альбина Ламкова. Амбициозные, красивые, уверенные, совсем юные девчонки и мальчишки. Сегодня они прощаются с очередным этапом в жизни. Позади у них остались экзамены. И это нельзя назвать легким путем. При этом у них самое важное и интересное впереди. Это новые планы, идеи и их реализация в жизни. Конечно же, каждый из них уже определил свою будущую профессию, мечтает реализоваться в ней. Но многие еще думают о выборе факультета. У меня нет планов. После ЕГЭ уже не осталось никаких планов. Спасибо. Юристом, биоинженером. Каждый выпускник готовился к этому празднику с особой ответственностью и радостью. Им будет что вспомнить. Программа торжества была насыщена. Родители и сами выпускники на память успевали делать сотни блистательных кадров и во всех возможных ракурсах. Для этого им подготовили яркую тематическую фотозону. Не обошли традиционный запуск воздушных шаров в небо. Эмоции у ребят зашкаливают, огромные планы на будущее. Они благодарят всех, с кем прошли этот долгий путь. Я хочу поступить на журфак, на журналиста. Я надеюсь, что смогу потом, наоборот, брать у кого-то интервью, так как вы. Затем торжественное мероприятие продолжилось в амфитеатре. Под громкие аплодисменты учителей, родственников, виновники торжества принимали поздравления, слушали наставления. Я уверен, что вы все такие молодые, красивые, талантливые, энергичные, найдете свое призвание в жизни, реализуйте все заветные мечты. Алексей Баскаев отметил, что искренних слов благодарности заслуживают учителя, родители и все, кто оказывал поддержку, радовался успеху и помогал преодолевать трудности. Все стрессовые наши ситуации уже позади. Главное, всем детям хочу пожелать, чтобы все нашли свою дорогу в жизни, поступили в те вузы, которые они себе выбрали. Затем праздник плавно перешел к Большому пруду Зеленого острова. Зрелищное шоу стало очередным номером выпускного вечера. Выпускной вечер непременно запомнится ребятам множеством ярких и трогательных моментов. Завершение праздника тоже стало ярким. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.